Новость о скоропостижной смерти Николь Тэй облетела весь мир. Популярный блогер скончалась в минувшую субботу, однако ее близкие смогли рассказать об этом только вчера. Поклонники глубоко потрясены, ведь звезда готовилась стать матерью. В последнее время 24-летняя Николь Тэй светилась от счастья. Блогера обожали поклонники, она готовилась к свадьбе и ждала появления на свет первенца, которому даже успела подарить имя Рейн. Однако 11 июля ее жизнь резко оборвалась в результате обширного инфаркта. Как сообщают журналисты, никто из родственников не мог даже предположить, что у звезды есть проблемы с сердцем. Николь активно занималась танцами и редко жаловалась на здоровье. Она ведь была так молода. Это такой шок. Это действительно потрясло нас всех, делился дядя погибшей. Родные отметили, что пока не готовы делиться всеми подробностями трагедии и просят не тревожить их в период траура.